Я не могу никак относиться к национализму, к любому, кроме как с ненавистью. Национализм – это страшная вещь. Но есть в противовес национализму другое слово – патриотизм. Так вот, чем отличается национализм от патриотизма? Патриотизм – это любовь к собственной стране, к своей родине, к своему народу. А национализм – это немножечко другое. Это идеология, построенная на ненависти, на превосходстве одной расы над другой. И этим они отличаются. Так вот, я патриот, притом не России, а СССР. Во всяком случае, в том виде, в котором я себе его представлял, это Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан. Для меня это СССР. Да, прибалты, они другие, они ушли. Да, закавказские страны ушли. А вот Украина и Россия для меня это как был один народ, так всегда им и останется.